Так, что это у нас тут новенького? Как королева сторис? Мне кажется, я должна первая снять себя под пальмой. Я допустила ошибку. Я не королева сторис. Я королева... королева Инстаграм, как минимум. Посмотрите, какие классные появились маленькие. У нас сегодня съемка коллекции Ольги Бузова Дизайн. Столько моделей красивых. Сейчас я буду красивой. Вот у меня лапа секси стоит. Путь к сердцу Ольги Бузова лежит через колбасу. Вот это правильный подход. Спасибо. Прям так, а в тарелочку там розочку положи там. Вечера, не важно, что скажут люди, не нужны не станут слова. И наша поехала. Когда-нибудь я над тьмой смогу. Моя любимая песня. Небо улететь с тобой. Обожаю, Вась, спасибо. Лав. Мне бы слышать голос твой. Огромное спасибо Мише за то, что поддержал мою съемку для Ольги Бузова Дизайн. Там как раз Фуксия тебе подойдет. Спасибо, Миш, ты настоящий друг. Мне даже добавить нечего. Разве что... Ну что, мы наконец-то начинаем снимать коллекцию Ольги Бузова Дизайн. Первая рубашечка. Мои фирменные рубашки, самые лучшие только в Ольги Бузова Дизайн. Ой, новое движение. Ну так похоже, с волосами. Чуть повыше. В другую сторону дай посмотри. Можно я тебе посажу одну бутылку? Нет. А, все. Ну смотри, у нас... Да, это целый огромный-огромный путь. Сначала появляется мысль в голове моей. Потом это все отрисовывается. Потом закупается ткань. Потом это все отдается в производство и производится. Очень часто... Так, все, тихо, ребят. Отлично. А можешь чуть-чуть? Чуть-чуть я тебя уберу. Молчу. Вообще ничего. Ой, хорошо. Так, еще стой. Парочку и сядешь. Точнее, присядешь. Закончили снимать новую коллекцию для Ольги Бузова Дизайн. Спасибо всем, кто помогал сегодня, моим девочкам, сестренке. Еду на работу на лобное место. Сняли для вас, мои принцессы, очень много красоты. И платья, и casual, и костюмчики, и блузочки, и брючки. Так что скоро в Ольги Бузова Дизайн много новиночек. Уже заходите, можете смотреть. Все для вас. Единственное, что меня пока смущает, это то, что как только я останавливаюсь на каблуки, начинает ныть нога. Это меня, конечно, немного расстраивает, поэтому в обычной жизни я в кроссовках и мчу на работу.
Я не знаю, что происходит со мной, или это погода, или это уже просто хронический недосып, но я уже третий день просто умираю, как хочу спать. У меня просто сил нет. That's it, Brian? Yes.